Вот это номер. Вот это. Слушай, аккуратно. Что-то я даже боюсь туда. Вот это пробоина. Сегодня у нас Благовещение. Мы пошли посмотреть, что на озере происходит. А тут уже канал Суэцкий. Да, вот тебе и озеро. Уплыло на озеро наше деревенское. А я думаю, что-то еще меньше стало оно. Да, печаль, печаль, что скажешь. Ну, интересно, то ли бобры прогрызли, то ли так. Страшно выглядит. И печально. Озеро большое было. Вот, буквально в прошлом году осенью. Сейчас, наверное, и рыба вся поуплывет. Печалька. Ага, вон там оно. Вот так вот. Минус одно озеро. Чё, тут нормально? Ой. Слышь, капкан, Лёш. Капкан не помогает. Рулетка измерить, интересно, на сколько вот у него будет. Это с другой стороны. Засасывает ее туда. Ну понятно, просто все уходит, вся водичка. Печалька. Так-то тут красиво. Сегодня 11 апреля. Мы пришли спустя, получается, 4 дня посмотреть, что происходит на Рыжковском озере. Ну, как мы видим, вода еще больше убыла, как, ну, по сравнению даже с прошлым разом. Вот. И бежит, бежит до сих пор. Что-то там Алексей мерит. Ого, 2,80 до дна, он не ходит так у края. Уже поток уже потис. Да, и поток все. Уже потис, конечно. Так, осторожно, как говорится, ловушка. Так, вот видно, что тут была раньше водичка, а сейчас вот такая, как, я не знаю, как называть, короче, дно уже, да, туда водичка уходит. Что там? Ну, понятно, что ну что, более, тем более в этом. Ну, если вода как бы давит, то, конечно,
продавило все. Ну, дырку этот, может быть, проделал где-то. Тут вот и это. И камыши тут что-то, и все. И палки какие-то, да? Я уж не помню, мы это делали или нет. Может, тут тоже что-то ерундой маялись какой-то. В общем, простор для творчества открылся. Нет, видишь, а вот он, например, вот и не поле, и вот он Бобровский ход. Прям Бобровский ход вот туда. Тоннель Бобровский, может он еще одну дырку собирается там делать? Ну, может быть. Или он там жить может? Надеюсь, мы его не увидим. Ну ладненько, давайте прощаемся на этой минуте.